Это снимаю. Да, камеры тут. Пальма. Пальма там. Едем в Африке. Тут работает козёл. Вообще кайф. 60-й рулер. Билеты, да, на статую лежащего Будды под 100 бат. Я не знаю, есть ли тут бесплатная вода, бесплатная, наконец-то что-то есть. Пойдем было бы посмотрим. Бесплатный, если бы был бесплатный, да? Да, конечно. Тут что, минешек? А, женщин только. Я все снимаю, я уже 3 минуты снимаю тут. Дай, дай, дай. Нас облачили в халатик. Дай. Класс. Надо, Маша, так заходить. Все хотят заселфиться с Буддой. Мы тоже. Как бы деньги вот эти за 20 бат идут, кидают и кидают вот. Что вообще тут происходит? Ага. You want to go?
А, вон, да, тут, да. Что, может, поплывем? Не знаю. Наверное. Сколько, Маша? Ну сейчас там расскажешь, что почем. Три тысячи чертей. Давай, рассказывай. Китайский дрифт на лодках. Огонь, поездка. Во-во-во, пис шатается. Лампочки. Ну вот мы на правом берегу. Наверное. О, тапчик. Ага, кокосы здесь уже по 52. Опа. Ну-ка, назад поехали. Блин, попасть бы вон туда, да? Смотри, здание какое-то. Я про него видела. Вот, наверное, фильмы всякие вон там снимаются, но никак не здесь. Да, 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 вижу.
120-140. А, да, да, на динаме машине. Она маленькая такая, еще одна. Ага. И что-то, блядь, он где-то непонятно куда. Вот 60 в синем. 60, 60. Короче, он сюда не заезжает, но параллельно вот так вот двигается. А нам и он двигается. А, смотри, тут стрижка уже, по-моему, начинается. А, это непонятно. Есть. Ну-ка, нажми на кнопку. Вот отсюда.